Всем привет! У нас сегодня четверг, и за эту неделю у меня только первая закупочка продуктов. Я была в Ленте и в Пятерочке. Сейчас я вам покажу, что же я купила. Десяток яиц. Бананчики. Вот такие вот конфетки. Шарики с шоколадной начинкой дети очень любят. Вот такой вот чудо-творог, яблоко-банан, пискаревский творог, здесь 250 грамм, 5%. Так, биолакт, тема 4 штучки, сметана 15%, простоквашина, пискаревское молоко, хлебный дом, пряники шоколадные, очень-очень вкусные, они вот действительно шоколадные. Мне кажется, это самые вкусные пряники, которые я пробовала. И вот такой вот кофе Жардин. По описанию понравилось, поэтому решила приобрести. Я предпочитаю, конечно, покупать в зернах, но в этот раз решила взять молотый. Так. Еще вот такой вот салат Айсберг. Нарезка говядина, хлебцы, дочка любит, хлеб бурже, шведские хлебцы, очень-очень любим. Здесь таких 8 булочек зерновых, и они разрезаны пополам, то есть можно делать сэндвичи, гамбургеры, в общем, классный хлеб, очень вкусный. Багет лентовский. Сегодня мы что-то ударились по хлебу. Вот такие вот булочки для бургеров. Это доченька попросила. Хочет, чтобы я сделала домашние бургеры. Пита. Тоже очень вкусная у ленты. Альпенгольд. Шоколадки. Замороженные овощи вот такие вот, очень вкусные. Соломка. Так, вот. Бондюэль, кукуруза и горошек. Очень люблю эту фирму. Мне вот кукуруза очень нравится, бондюэль мне другая вообще не нравится. Только вот такая. Так. Сыр. Натура взяла, вот обычный классический, сливочный, 400 грамм. И сыр легкий, тоже 400 грамм. В Ленте сегодня на него была очень приятная цена. Так, вот такие вот хлопья 6 злаков, очень вкусная тоже каша, нравится, не первый раз уже берем. Так, и вот такой вот, Любятово, готовый завтрак. Гречневые шарики. У них еще есть овсяные колечки. Вот у них состав у этих шариков и колечек очень хороший. Они не очень сладкие, поэтому беру детям иногда на завтрак. Когда нет времени что-то приготовить, то вот очень хорошо заменяет. Сейчас я вам покажу чеки из Ленты и Пятерочки. Сегодня суббота, и у меня есть небольшие продуктовые покупочки. Так, сначала вам покажу то, что купила в фикс-прайсе. Это вот такие вот чипсы кукурузные оригинальные, очень-очень вкусные, стоят они 25 рублей. Халва подсолнечная, 27,50, здесь 250 грамм. И соленый попкорн, 100 грамм, тоже 27,50. Так, и теперь покупочки из магазина Перекресток. Это картофель
Килограмм стоит 18,90. Здесь у меня 2 с небольшим килограмма на 40 рублей 75 копеек. Вот такие вот яблочки микс. Стоят за килограмм 59,90. Здесь у меня 2 килограмма на 120 рублей. Томаты. Вот такие вот томаты. Здесь 670 грамм на 100 рублей 43 копейки. Так, вот такие вот огурчики. Огурчики гладкие на 53-55, здесь полкило. Чеснок измельченный. Очень мне нравится его добавлять и в плов, и когда курочку запекаю. Очень вкусно получается. И вот такие вот макароны. Бантики у меня дети любят, поэтому вот такие вот взяла. Цены из Фикспресса я озвучила, и сейчас я покажу чек из Перекрестка. $413. На этой неделе на продукты мы потратили 3338 рублей 50 копеек. Я немножко вышла за свой лимит в 3000 рублей, но не критично. Кто постоянно смотрит мои видео с закупками, знают, что периодически в неделю тратится значительно меньше 3000 рублей, поэтому это в принципе перекрывается. Если вам понравилось видео данного формата, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, пока-пока!